Приветствую, народ! С вами Аблу Мамедов, и сегодня мы будем изучать выходы на две. Первый выход, который вы будете изучать, называется выход с рывком. То есть наши ноги будут помогать нашим рукам делать выход. То есть мы должны коленями подтянуться до груди. И в это время выкрутить наши руки на 60 градусов, и за счет этого будет выход. Выглядит это вот так. Переходим к обучению. Находим турник либо брусья по вашей грудь. В моем случае это брусья. Обхватываем брусья, ну, либо турник, и выкручиваем кисти на 60 градусов наверх. Вот так вот. Может даже немного подрасслабить, чтобы они выкручивались. И в это время мы должны присесть и просто выпрыгивать наверх. Можем коленями помогать. Вот так вот. Выходы на две. И каждый день нужно это выполнять. Разбиваем на три подхода. В каждом подходе 10 повторений. После того, как мы выполнили предыдущее упражнение, нам нужно просто перейти к турнику и делать попытки. Наша задача, чтобы наши кисти выкручивались на 60 градусов, и в это время колени поднимались для груди. Выглядит это вот так вот. Они должны работать парно. Нужно делать очень много попыток, и рано или поздно вы сделаете выход на дверь. После того, когда вы изучите выходы с рывком, следующий уровень будет выход с силой. То есть нижняя часть пояса уже работать не будет. Будут работать только ваши руки. И за счет силы вы будете просто выходить наверх. Выглядит это вот так. Повисли и поднялись. Поэтому желаю всем удачи, тренируйтесь и никогда не сдавайтесь. Ну а на этом все. Подписывайтесь на канал, ждите новые видеообучалки и ставьте лайки.